Сегодня среда, мы здесь проездом решили проверить. На Пасху 17-го нашли один такой грибочек, некогда было их искать. И вот сейчас мы обнаружили, вот они. Это строчки, но не сморчки. Это строчки, рыжие. Вот такие вот красивые. Ну вот в этом месте рядом, недалеко, целая полянка этих строчек. Только они забрались в какой-то валежник. Я их сейчас очистила от мусора, от веток от этих. Вот их здесь прилично много. Только их не жарят сразу. Ну, некоторые жарят и едят, как у меня знакомые, но их нужно сначала отварить минут 5, отвар слить, потом еще их варить до готовности, пока не осядут на дно и пока не станет водичка прозрачной. Тогда их можно пожарить или даже просто с луком, с уксусом и с маслом съесть. Будет очень даже вкусно. Это вообще деликатесные грибы считаются. Здесь их было в прошлом году очень много, и народу было много. Люди знают это место. Пойдем еще поищем сейчас, да? Пусть эти пока порастут, мы посмотрим, может, мы их и брать не будем. Я уже съездил два. А, ну тогда забирай и эти, что ж нам два. У меня дома один еще лежит на лоджии. Классно. Очень они симпатичные. Рыженькие.